te jure. Ça m'a impressionné. Elles ont trop peur. А эта скульптура – голова Барселоны, построена она в канун Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Вот. Ну, американским там дизайнером, архитектором. Ну, угадывается стиль Гауди, по-моему. В общем-то, она символизирует новую Барселону, такую, какая она сейчас есть. 20 тонн весит. Свет падает неудачно, я немножко так в первой половине дня это все снимаю. Вот, и встречный свет, а с этой стороны не очень удобно, так что, ну, как есть. По левую сторону Марина Бич, ну, эти все, порт Марина, то есть. По правую сторону Барселона. Сзади ее можно разглядеть, вот, более... с видом на Барселону. Вообще сейчас такая тема раскачивается в мире. Это ночевать на яхте. Вот в Airbnb можно снять. Я смотрел. Мне показалось немного дороговато. Мне казалось, что это должно быть стоить немножко дешевле, чем квартира. Ну, собственно говоря, вот так яхта пришвартована. А там есть и камбуз, и... ну, все нормально. Вот. Как бы ночуешь, только не в отеле там, а на яхте. После воскресных тусовок собирается вся атрибуция. Вон, всякие игрушки, погремушки. Сегодня понедельник. Интересный факт о колесе обозрения. Оказывается, кабинок всего 10, 5 с одной стороны и 5 с другой. А, нет. Оказывается, колесо разбирают. Это не факт. Вот это да. Кто-то я вчера смотрел, здесь были все. Точно колесо прям разбирают. И вот на... сейчас на фуры будут грузить. Вообще крутяк. Все поснимали. Наверное, переезжает куда-то. Что-то на меня сегодня жор напал какой-то. Ну, Изабель сегодня тоже со мной. Она какая-то другая. Будем пробовать. Помимо того, что здесь охрененные виды, всякие здания, постройки. Здесь еще есть и охрененный пляж. Практически с Бурж-Араб.
как в Эмиратах. Сейчас я там загашу деньги. Сейчас поглядел хостел, в котором планировал остановиться, но здесь не было мест в том момент. Ну, в принципе, вариант неплохой. Вот он. Equity Point. Вот. Вариант настолько неплохой, настолько охрененный, что ты такой вышел, короче, и у тебя здесь море. Это вообще, это просто космос какой-то. Ну, так можно кайфовать, когда будет чуть потеплее. Сейчас небо подзатянуло, немножко прохладно. У нас тут где-то 22. Вот. Ну, возьму на будущее. Собственно говоря, этот хостел находится примерно там, в 10 метрах от пляжа. Ну, вот такой вот здесь видончик. Сейчас я вам расскажу о своем обеде. У меня сегодня просто обед миллионера. Манго, изабелька и вот такой вид. Это в эту сторону. И это вот в эту сторону. Да, это, конечно, охрененно. Видончик такой. Вот я вот так сижу. Видно? Ну, просачивается солнышко. Скоро все будет нормально. Наконец я тут нашел турник, вон он сзади. Потренил с пацанчиками, вообще пипец просто. Сильные ребята. Мне до них нужно не пить сангрию, ну и тренироваться, ну или иметь такой климат. Это, ну да, ребята серьезные, очень сильные. Ну они в плане статики, не знаю, как они на силовую, но статика у них мощная. Вот. Пожалуй, я сюда буду ходить каждое утро, тренить, это недалеко от меня.
сижу я тут такой, короче, и думаю, ну, блин, чё ж я-то английский в школе-то не учил, его не верю. Вот это вот велотуры, они там, ну, это, на великах там рассказывают, все гоняют. А я там, наверное, пойму, ну, процентов может быть 40-50. Вот этого весь смысл теряется. Зато у меня видон клёвый. Вот сейчас очень хорошо видно лицо Барселоны. Еще один чувак позади меня. Ну, это, походу, какой-то рак в стиле Сальвадора Дали. Приветствует. Иду по проспекту Колумба. Широченный. Вот уже вот причал, вон с той стороны море, а с этой стороны постройки. Так широко, свободно. Вот, кстати, Колумб. Вон виднеется. Ну, солнце сейчас там, поэтому не очень хорошо видно. Ну, красота. А сейчас я поворачиваю, ну, повернул с проспекта Колумба на этот Ла-Рамбла. Это, собственно говоря, то место, где я живу, самое центровое. Вот. И мне тут недалеко, до всего мне рядом. Ла-Рамбла знаменит своими, ну, короче, типа памятники. Люди, которые неплохие актеры, они бывают там не шевелятся, там денежку кидаешь, они начинают там чудить, мудить, всякое такое. Вот, например, вон еще один, да, вот он говорит, если денег нет, no money, да, если money нет, то, говорит, лицо не снимай. Ну, все за деньги. Вот. Проспект Ла-Рамбла. Рядом со мной. Короче, такое тусовочное место. Он какой красавец.